Ушли сегодня. Ну, давай. Чего такое? Трясется как. Ну, прыгать-то не надо. Так я просто наступил в нее, она стряслась как. Ну, все. Сиди сама такой. Чего? Что говоришь, что? Да не, ничего. А ты заранее нажал? Ага. Ну я понял. Если он поедет, я не помню. Да я тоже что-то не обратил внимания. Поедет, поедет, сейчас посмотрим. Да. Давай. Видал, да? А он спрашивается, нафига это? Выпил сразу и вылечился. Ну сюда что ли? Тут же отводки на канализации нет, разве что только туда, что ли? Ну, дырки-то вон здесь. Ну да. Все, поехали. Как, он не работает, что ли? Нет. А очень у многих щерб, причем и 18-го года, и 17-го, он уже сдох. Что, так быстро умирает? Да, да. Я не знаю, кстати, насчет умирает. Может, их просто отрубают, чтобы не заебывали. Я не знаю. Сталкер, да, его ни с того ни с сего отрубили. Ну, все возможно, как говорится. Ну, хотя, может, и не исключено, что сами вандалы ломают. Потому что вот в КМЗ-то тоже выламывают частенько, бывает же. Сложно сказать, короче. Ну, с другой стороны, это же ради, это же их собственной безопасности, между прочим. Я тут в магазине в одном, в лифт, полчаса, по-моему, был. Зашел, меня прижал, и прижало сильно. А я тебе могу сказать, мне же, говорят, лифтмаш, ни в коем случае руку не суй, потому что меня очень сильно руку прищемило. Я вот так просто просунул, у меня аж по пальцам придавило сильно. У меня вот по мне прям. И причем даже одна из жительниц тоже подтвердила, что очень больно впечатляет. Да,